Тоже, друзья, вот наступил тот самый момент, когда ты начинаешь фотографировать семью. У каждого фотографа в жизни есть такой момент, и каждый фотограф знает, с чем это связано. Свет, добавим свет. Вот. Так, это все 5%. Смотри. Ага. Сережки часть образа. Сережки мы оставляем. Вот. Стервозность тоже часть образа. Аня ангел. На самом деле. Она меня заставила это говорить. Заложники, посмотрите на это лицо. И заложник может идти речь. Анечка, все идеально, ничего не трогаем, все хорошо. Угу. Ты очень хочешь, чтобы первый кадр был таким, да? Окей. Что там, что было не так? Все так, да? Прекрасно, когда можно молчать, и оно все само фоткается. Аня знает, что делать, у нее большой опыт, поэтому... Нет, я могу, конечно, поговорить. Аня, сделай. Вот, ну видите, что происходит, когда я начинаю говорить. Чуть нос верни ко мне, верни. Вот. В твоем случае как раз вот анфас, это прям то, что надо. Анфас, хитрый взгляд, нос чуть-чуть пониже на 0,5 миллиметра. Угу. Ну просто ты не чувствовал себя обделенной, что ты Лане это говорил, а тебе не говорил. Давай тебе поговорю. Нос пониже, глаза похитрее, улыбка чуть менее дурацкая. Я не могу не думать о том, что ты говоришь это каждой девушке. Смотри сюда. И мужчине то же самое? Да, да. Ты представляешь? Ты представляешь? Безобразие. Но это тебя не это. А потом такой, я в Сиджес просто погулять. Ага. Так, давай у нас осуждающий взгляд. Нам нужен полный набор эмоджи тебе для Инстаграма. Поэтому... Да-да-да, вот такой вот. Ты сдал? А ты сдал? Не, пальцем тыкать не обязательно. Сделай то же самое глазами. То же самое, да. Брови, брови. Сделай брови. Не, брови не могу сейчас. Что они у тебя? А? Сейчас не могу. Не можешь брови, да? Не готов. Хорошо. Сделай без бровей то же самое. Насупь брови, не трогая брови. Нос пониже, 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 пониже. Ну, хотя бы так, да. Угу. Так, это все на белом. Тебе на сером надо? Да, давай разок на сером. Итак, я переоденусь. Внимание, разок на сером. Одна фотка. Куда? Оставайся на той же высоте. Сделай то же самое, оставайся на той же высоте. Угу. Расслабь правое плечо. Нос прямее. Да. Посмотри на меня как на двоечника. Как на любимого. Нет, как на нелюбимого двоечника. Что же ты, Тимошенко? Опять ты. О, если бы у меня была такая учительница. Не я бы на одни двойки учился. Славе в Испании не хватает абьюза учительского. Он говорит, так вообще. Наоборот. Наоборот, наоборот, я кайфую. Терапевтичным местом. Что значит не хватает абьюза? Ты не с той стороны смотришь. Угу. Нос ниже, 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 ниже. Лоб вперед немножечко, еще вперед, 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 вперед. Чуть менее пугающие меня глаза. Так, подальше пойду, пожалуй. Ага, вот так вот. Да. Короче, это да. Супер! Давайте посмотрим, друзья, с чем приходится иметь дело. Вот смотрите, у нас Аня. И вот таких фоток мы наделали. Так, на самое начало. Господи. Что-то в этом образе нет.
Слушай, ну, какой принесла? Да, так, свидетели. Давайте, пока они переодеваются, я вам покажу, что мы тут наснимали. Ты имеешь в виду пуговицы наглухо застегнутые? Да. Ну, я не стал тебе ничего говорить по этому поводу. Я попытался по поводу сережек. Ты сказал, что такой образ, и я понял, что насчет рубашки надо заткнуться. Да. Вот. Но в целом мне нравится. Понимаешь? Да. Конечно. Я не знаю, тебя там диван засосал, как Аня тоже. Что я, правда, беленькая такая, да? Еще одна претензия к камере. Аня не любит быть слишком светлой. Вот. А, у тебя просто есть уже фото, где Аня... у тебя рубашка открытая, правда же? Ты хотела поэтому... Аня не знает, что есть вот такой вот слайдер, который превращает ее... Открывает рубашку? Не открывает рубашку, а делает кожу темнее. Ну, главное, чтобы не стало ей серее. Не слишком много. Благородных девиц. Минус 20. Давай, давай, детка, добавь стервозности. Добавь. Вот, другое дело. Другое дело. Так, давайте вернемся. У нас смена образа. Сейчас покажем, какой. Смотрите, как шикарно. Плечи. Красивые плечи. И жемчуга. Здесь мы чуть-чуть на белом фоне сделаем, на темном фоне сделаем хорошо, потому что... Мы сделаем на белом фоне. Ну нет, на белом майка точно будет слишком светлая. Ладно. Я тебя прошу сходить в полицию на хорошем испанском, сказать, что мы закончим, видимо, где-то через полчаса, мы даже меньше, на 10 минутами походками, и потом я складываюсь. Я просто начал чилить, где же его ждет. Полчаса или 20 минут? Ну, минут 20. Мы сейчас вообще быстро меня закончим. Складывается через 15 минут. Ладно. Вот. Давай, да, заканчивай. Снимается Аня за... еще быстрее. Так, передвинься немножко вот в эту сторону. Да, супер. Все-таки уволят немного раздам. Спокойно, не так ли? Так, плетельки прячем. Стой, 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 что ты делаешь? Ты видишь, да, поэтому я сейчас спрячу сам. А, ну, вот так, вот так. Вырезаю. А ты можешь вот сюда спустить? Дойти нет. Хорошо, тогда не трогай, не трогай. Давай чуть-чуть. Руки туда, где можно мыть. С этой стороны не видно. Берешь просто. Все, давай, все. Не дыши. Не дыши плечами, все мы скажем, дыши. Волшебно. Давай на темном сделаем такую и уже делаем. Шагни немного от стены, прям шажочек маленький, не в эту сторону. Все, стой здесь, ага, вот все будет здесь. Будь. И еще немного шагни. Ага, все, будь здесь. У меня правое плечо нормально вообще? Да, все нормально. Так, это у нас будет максимально серьезная фотка, да?
нравится цвет губ. Так, глаза чуть хитрее. Нос чуть-чуть ниже на полмиллиметрика. Ага, да, вот, отлично. Немного стервозности. Легкой. На правый край рта. Да, здесь. Отлично. Отлично. Жилет. Такая пришла фотка, как будто на паспорт. Такая, давай, давай, что ты там вообще? Так, левый глаз хитрее. Правый. Только правый. Чуть менее круглый сделай, чуть менее круглый. Ладно, и так красиво. Она на сером? Да. Черт. Нет, это был на белом. Я переживаю, что... Чуть-чуть сместись. Прям, ага, все хорошо. Покажи это переживание на лице. Симанчик! Смотри сюда. Я не спросила про его здоровье сегодня. Как ты могла? Сделай мне хитрое лицо, пожалуйста. Угу. Расслабь глаза, просто расслабь глаза. Они будут круглые? Нет. Вот сейчас они круглые. Сделай их менее круглыми. Да. Богиня. Просто. Спасибо. Я блин. Спасибо, Крис. Все, наконец-то ты меня отфоткал, и я могу быть свободна. Еще на пару лет. Да, вот так, друзья, фотографировать семью. Ой, смотри, мне вот это нравится, будем оставим. Правда, я смотрю, видишь, не на тебя, а вниз, ниже камеры. Нет такого ощущения. Нет такого ощущения. Это последнее, да? Да, последнее вообще. Для портфолио я, конечно, выбрал бы другую, вот эту, например. Привлек интерес наконец-то. Что? Привлек интерес. Идеально. И эта девушка, у меня, видишь, повторяется история с мисс Вселенной. То есть вот эта девушка каждый раз при моих попытках затащить ее в студию говорит: ой, ну нет, да я то, да я сё, да я не чувствую себя красивой. Скажи ей, пожалуйста. Не, ну ты не можешь так говорить про себя. Это я не поверю, что ты так говоришь. Блин, так классно, сережка вообще подходит. Ушко. Угу. Ушко подходит. Видишь, я никаких претензий в других случаях, там всем другим я бы сказал, никаких заткнутых за уши волос, никаких вот этих вот. Вот. С Аней это не работает. Ты просто боишься,